Добрый день. Добрый день, Николай Николаевич. Рад вас приветствовать. Спасибо большое, спасибо, что нашли время. Спасибо, что приехали. Спасибо. Добрый день. Ну, как вы ответили? Я очень рад вас приветствовать. Я очень рад, что уже довольно длительный период у нас плодотворное сотрудничество. И организация, которую вы возглавляете, Молдова сделала очень много важных акций, важных мероприятий для углубления нашего двустороннего сотрудничества. Вы знаете, что мы всегда открыто говорим о том, что Российская Федерация наш стратегический партнер. Очень рад, что в последнее время у нас возобновляется благотворное сотрудничество по всем направлениям. Не только на уровне президента, но и правительства, и парламента. Поэтому важный визит в Молдове в связи с этой очень важной датой, ну, это еще один хороший сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении. Вы как бы нашли время и так любезно, в общем, согласились встретиться. Действительно, 10 лет – это такая серьезная дата. И я вам хочу сказать, что, конечно, на всех уровнях у нас высоко ценят, ну, как бы, ваше понимание и сегодняшней ситуации, и ваша попытка выстраивать, так сказать, равные отношения там, с Евросоюзом, с другими партнерами, с Российской Федерацией в первую очередь. Я знаю о таких потрясающих акциях, которые вы как бы разрешили, это ТЭФИ СНГ, это совершенно потрясающий потом экономический форум, который здесь собрал огромное количество людей. И это вселяет большие как бы надежды, потому что, конечно, многими-многими с болью воспринималось то, что Молдова как-то куда-то, так сказать, уплывает совсем за горизонт, хотя, мне кажется, лучше дружить со всеми. Мы не даем возможности. Вот, поэтому, мне кажется, в Москве на всех уровнях, и мы очень ценим, безусловно, без создания благоприятных условий для работы вот такой, ну, сложно работать. Все-таки 10 лет, это, надо сказать, что в этом году, в следующем году, в нашей структуре 95